Здорово, пацаны. К нам приехал в гости фронтмен группы Монолит Леха. Привет! И мы решили съездить, посетить могилу Витера Эмбоза, так как Витер Эмбоза Лехе тоже поднимал настроение. И... не один раз. Король генералов мой хороший друг был. Да, и вот мы сейчас едем на кладбище. Лех, а чем тебе вот запомнился Виталий Николаевич Рымбоза? Братан, это человек невероятной силы. Короче, он ко мне приходит, говорит, у меня сахарный диабет, отлежал в больнице там пару месяцев. Ага. И говорит, сейчас буду бодяжить ту движуху, а сейчас попробую. И бодяжит, начинает в полтораху там лить флакон, фанту, говорит, у тебя что? Я говорю, пиво, давай. Все наливает, бултыхнул и говорит, прости, кончилось. Вот такой человек. А где вы первый раз с ним увиделись? В Орле? На концерте? На каком-нибудь трэше, да? Да, я познакомился с ним ВКонтакте, просто не видя его, как символ группы «Адовый мужик». Ну, понятно. Или как талисман, может, как его назвать. Маскот. Да, да, да. А потом, ну, на совместном концерте, конечно же, познакомился. Не то, что познакомился, я сам просто потрогал его лежачего. Я говорю, Лёха, Но он мне писал потом ВКонтакте, я удивлен был, что он помнит меня хоть. На чем он тебя не помнит? Он всех, кстати, помнил. У него с памятью порядок был. Он много чего помнил, даже чего мы не помним. Как-то так. Ну да. И вот сейчас мы поедем и посмотрим, как у него дела обстоят там. На могиле, да. Может, траву надо прорвать, сейчас прорвать. Да, протяпать там. Может, что-нибудь еще надо. Сигарет ему надо отнести. Курить он. Он курить любил, курить вообще трындец. Страсть, да. Он все время курил, курил. Его напорство. Ну, вот это, знаешь, к тусовкам. Вот он, знаешь, ну да, где б не сел. Все, рядом пришли люди, сели к нему и сидят, что-то у него. Вот, Рэмбо, расскажи это, Рэмбо, помнишь это, а помнишь, ты там на канале где-то, знаешь, все что-то у него спрашивают. Он реально король маргинальных тусовок. Вот, ну да. Где пьяный, там соратника сразу нашел. Мы когда выступали, я его что-то оставил там на полчаса, он на улице пошел там что-то тусануться, покурить. Я выхожу там на этом свае, там вокруг него уже человек 20 сидит, уже какой-то движ там начался, уже подбираются к нему люди какие-то это... Как их там называют? Свидетели Иеговы там с ним беседуют. Там. А, я слышал эту историю. Ну вот, пацаны, приехали. Молодой. Слушай, какой тут красавчик. Отличный вообще памятник. Посмотри, какой парень был. Вот, Виталий Николаевич, приехали мы к тебе. Красивый ты у нас какой на фотографии. Красивый. На памятнике, как живой. Футболка классная у него. Угу. Класс, вообще красавчик. Вот, блин, здесь он прям вот идеальный. Угу. Я бы даже не сказал, что он алкоголиком был. Да, не был алкоголиком. Он был отличным, веселым парнем. Твое здоровье, Виталий Николаевич. Который зажигал. Он жил, как хотел, собственно, он жил своей жизнью, был самим собой, да. Как бы без преувеличения. Подкупал своей искренностью. Да, да, и мужик-то малый, он не глупый был абсолютно. Да не глупый, конечно. Просто любил он выпивать, а и, как он говорил, мне не то, что доставляет радость, а захмеление, а мне доставляет сам процесс радости. Процесс вот. Радости, ну понятно. Да, вот типа вот это, выпиваешь, движ начинается, адреналин в крови, там, шутки, там, ну как всегда, что не иметь. Вот, Алексей, там, букетик цветов он тебе подсорвал тут. Память Виталий Николаевич. Какие-то цветы, это лечебные ромашки, что ли, какие-то? Может, что-то опасное. Я думаю, он бы оценил такой букет. Ну да. Потому что Виталий Николаевич тоже любил такие вещи. Ну ему так чисто вот. Такие наклейки он еще не видел. Те-то ему дарил. Это вот третий вариант наклеек. Молодец, Рэмбо, смотри здесь за кладбищем, уже никого не обижали. Да. А если что, ВКонтакте пиши. Порок музыки тут руководит движением. Тут музыкантов, наверное, тоже хватает. Ну давай, пока, Виталий Николаевич. Пока, Виталик.